Ну что, поехали, ребятки. Давай, тряпка, пошли. He flies and scores. He flies and scores again. А прическа Бекхэм? А детей 20-го очень страшно. Лидер чемпионата России, правда? Плюс 8. Хочется выиграть. Только нас сыграть. Ну, может, 10-15, говорит. Как по счету посмотрим. Ну да. С матом говорить или без? Я держал кнопку, я ее даже не отпускал. Ну все, заберите мне отсюда, папа, мама, пожалуйста. Поехали, ребят, всех с крещенскими морозами! Всем привет! 15 января, первый сбор в Марбелле. Сейчас жуткая рань, 5 утра. Сейчас 8 утра. Всем привет! 15 января, первый сбор в Марбелле. И сейчас жуткая рань, 5 утра. И мы... 8 утра. Всем привет! 15 января, первый сбор. И сейчас в жуткую рань мы едем в аэропорт, чтобы встретить последний недостающий винтик нашего потрясающего механизма. Парфан пошел. Парфан пошел не в ту сторону, Джефф, левее. Все, Джефф нашел правильный путь. He's coming. Yeah. 100 meters left. То, что ждали. 600 человек. 600 человек. 600 in life. Legend from Peru. Jefferson Farfán. The man who scores every time. He flies and scores. He flies and scores again. What he's doing, huh? Hi, Jeff. Everything okay, Jeff? You're ready for training. Ready to train to score again? Yes. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Sí, sí. Как, Джефф? Супер. Ты как, гель набираешь? Более-менее. Не как более, но скоро. Салам. Алейкум. Закидывайте. Согласен. Саша, я два шедевра положу. Да, да, да. Снимал, да? Снимал. Снимали, но не видно. Ну да. Так всегда. Надо в игре повторять. А? Не-не, колым. Новый стайл. Little bit. Ааа, снег, Скит Махманова, Скит Махманова. А, теперь красиво, да? А прическа Бекхэм? А детей 20-го, но очень страшно. Страшный. Очень страшный. У Бекхэма каждый год новая прическа. Ну, блин, слушай, мне до Бекхэма далеко. Я скажу, потому что... Тебя сравнили с Бекхэмом? Да. Или не послышал? Да, не послышал. У него была в реале, помнишь, такая с хвостиком? А, да, 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 да. Не, ну то, что там гениальная операторская работа, я не сомневаюсь. Вот это мешает. Тебе, может, тоже что-то мешает? Мне это не вопрос, но скажи, я подумаю. Но тебе это точно, тебе это не идет. Да? Вот я тебе серьезно, вот таким, как я тебе привык, тебе это не идет.
блин. Вообще кому-то идет, а мне нет. Ну, у тебя мне, да, нет вот этой. Ну нету, да, нету. Ну я жду, может, она пойдет. А как, кстати, а есть же свои какие-то крема, не можешь, чтобы росло. Ну я пока до этого не дошел. Зайди в барбершоп. Я, пожалуй, зайду просто в ванну с бритвой. Вот это будет лучше, это будет дешевле. Вторую часть нашего влога начнем тоже рано утром. Фархан присоединился к команде. Команда тренируется полным ходом, готовится к матчам с Ниццей и к матчам РФПЛ. Все хорошо, и сегодня у нас 18 число и первый товарищеский матч. И расписание несколько нестандартное, потому что это матч ты. Сегодня тренерский штаб предложил нашим футболистам вместо традиционной утренней тренировки размяться, пробежаться на пляже. Мы не могли это упустить, просто потому что здесь очень красиво. Просвет. Да. Палыч сказал, может, в конце. Сколько нас сыграть? Ну, может, 10-15, говорит. Как по счету посмотрим. Драма? Ну, да. Доброе утро. Позируешь. Да. Тара, как песочек? С матом говорить или без? Я вырежу. Сабок. Утро доброе? Доброе утро. Я очень плохо чувствую. Очень. Сколько? Домой. Заберите меня отсюда, папа, мама, пожалуйста, я не могу здесь. Я очень плохо говорить по-русски. Я не хочу говорить. Все. Домой хочу, не знаю, или все. По-братски привези, привези. А тебя гордость не берет? Я? За урожай. Ребенок на родину. Мне руки жалко потом. Скоро ребенок кушать все начнет. Да, уф. Айф. Будешь привозить. Будешь встречать тогда? Вопросов нет. Маргаса отправлю с тобой. Четырех трамплина, прыжки. Да, да. Прыжки на Redway, да? Да. Четырех трамплин, так? Да. Вам полезно? Да. Четыре раза. Камиль Штоф? Да. Адам Алыш был против финна какого все? Халтамаки. Аханин. Аханин, да, да, да. Ну, еще был Халтамаки. Среди простых болельщиков из Австрии мы встречаем звезду отечественную, медийную. Не звезду, совсем не звезду. Нобель, да. Что ты здесь делаешь? Расскажи, пожалуйста. Я слышал недавно о твоих планах посетить там Ювентус, Реал Мадрид. Что здесь ты забыл? Подожди, но пока нет чемпионата России, пока пауза. Где все футбольные команды? К сожалению, не в России. Да, они все кто в Дубае, кто в Испании, кто на Кипре. Ну вот, так как я очень люблю Испанию, я здесь был периодически. То есть ты тут периодически не за нас? Ну, скажем так, это просто приятное совпадение, которым я воспользовался. Ну, расскажи, как впечатление от увиденного? Или ты, в принципе, от первого матча, первого сбора нет, ничего не ждал? Нет, я думаю, что, в принципе, я думаю, нормально, что игра не выдающаяся ни со стороны Локомотива, ни со стороны соперника. Но мне кажется, что круто, что почти все играют, в том числе молодые футболисты. Всегда интересно, да, как все молодые проявляют. А то, что там условно Чорлука, Ари и все остальные, ну, основные футболисты берут форму, ну, это нет никаких сомнений. А по молодым можно создать какое-то мнение, впечатление о их желании, старании, умениях и так далее. Поэтому, в принципе, интересно. Ну, конечно, я думаю, что любой спортсмен, тем хочет более выигрывать. Лидер чемпионата России, правда? Да. Плюс 8. Плюс 8, да. Хочет выигрывать. У нас уже за полночь, а значит, крещение наступило, великий православный праздник, и ребята собрались, чтобы окунуться, но нет возможности сделать это в проруби, зато есть прекрасное море. Вот, нажимай вот сюда, подожди, нижнюю что? Кнопку нажимай, вот так что? Держи, вот так все. Держи. Все, и держи. Нажимай, да? Держи. Все, она на тебя, вот, и вот так, только ее не воду, ладно? Хорошо, ну что, поехали, ребятки. Давай, тряпка, пошли!
Ну что, ребятки, всех с крещенскими морозами. Сейчас идем туда, где поглубже. Сейчас идем. Давай, все. Так, ребят, всех с крещенскими морозами. Давай. Пошли. Хорош! Ой! Фу! Хорош! Вот ребята здесь с нами! Хорош! О, хорошая! Кстати, тепло! Съемка идет, и ты вот так снимал. Я держал кнопку, я ее даже не отпускал. Ну все, значит, она тебя снимала. Давай еще раз, хочешь? Ну давай на всякий случай. Она на тебя же направлена была, да? Да. Все. Как? Все, как? Нормально, нажимай нижнюю, держи. Вот, и она на тебя. Блин, елки, как холодно! Что, поехали, ребят, всех с крещенскими морозами. Ну как ощущения, Виталь? Вообще здорово. Что для тебя крещение вообще? Я первый раз купался именно вот в открытой воде. Впервые. Ощущения вообще все здорово. Не могу сказать, что холодно. Не знаю, я бы, конечно, бы хотел бы еще в прорубь бы нырнуть. Но не во время профессионального футбола. Уже дает о себе знать. Все, пора идти. Ну не самое холодное, там градусов 15, не, да? Не холодно. Ну просто ты из воды выходишь и... Ну прохладно. Да. Дим, как ощущения? Очень хорошая свежесть. Люблю этот праздник. Вот, поэтому всех православных с крещением поздравляю. А мы, нарушая традицию, окунулись, спасибо. Первый раз купаешься? Спасибо. Нет, нет. У меня есть одна мечта. Брат, как себе? Нет, отлично. Ну ты чувствуешь какое-то, не знаю, ну как сказать, благодать, очищение, светлость? Ну, я как-то первый приятно. Раз, да, мы пошли первый раз с ребятами. Вообще круто очень. Надеюсь, будем дальше продолжать эту традицию. Так что всех с праздником.